поедет на Карибы. Мы сами должны решить. Никто из нас не поедет на Карибы, туда надо визу, наверное. Тем более, если сам, туда нужна виза. А что я сам дичил? А что мне еще делать? Что мне еще делать? Я только что вылетел из мейн-ивента. Я заплатил 1100 долларов. Можно сидеть и играть в мейн-ивенте, если ты приехал работать на эту серию. 1100 долларов, это 350 тысяч рублей. Ты написал один пост за 10 часов. Один пост. Я вообще не понимаю, что тебе платят. 350 тысяч рублей. За 20 минут 1000 долларов. Ты знаешь, что можно 4 оленя купить в Казахстане? 1100 долларов. Во-первых, у нас олени не водят. 1000 долларов. Я должен, верблюд тоже не водит. Я должен ехать на Карибы. Потому что я красивый, я из Казахстана. Это дьявольский смех. Да, ну какая разница? Нет, я просто должен ехать на Карибы. Это мне бы. Я туда хочу, я хочу туда. Последняя была на Карибах. Один один. Какие у тебя еще доводы, что ты должен ехать на Карибы? Я из Казахстана. Я сексуальна. Окей. Нет, это не алкоголь, нет. Это неправда. Я уберу эту подушку, чтобы ты был менее сексуален. Нет, ну я разрешу тебе жить со мной в одном номере на Карибах. Ух-ху! Будешь миллионером? Да. Я еду на Карибах. Тимбовый эквивалентик. Пакс, это решает авторы с конем? Тогда еду точно я.